Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Багров Никита, и сегодняшний наш обзор будет посвящен знаменитой компьютерной серии Assassin's Creed, по которой вышло огромное количество книг, фильмов и комиксов. Поскольку игры у нас представляют обзор игр другие участники, я расскажу вам о тех книгах, которые выпущены в рамках данной серии. Среди них будет основная линейка, дополнительная линейка, и немного поговорим о комиксах. Поэтому наш обзор будет разделен на три части. В первой части поговорим о тех книгах, которые были задействованы в старых играх, выпускавшихся с 2007 по 2017 год. Собственно, основной синопсис серии заключается в следующем. Считается, что первая цивилизация, существовавшая на Земле, была раса богов Ису. Именно они создали человечество по своему образу и подобию, в качестве дешевой рабочей силы. Поначалу боги и люди проживали тихо, мирно, но вскоре среди богов начались разногласия. Так, например, богиня Минерва утверждала, что люди должны стать продолжателями деятельности богов, должны познавать этот мир, в то время как богиня Юнона, наоборот, считала, что люди – это лишь стадо, способное удовлетворять лишь какие-то базовые потребности богов. И поэтому люди – это не более чем рабы. Все это время контроль над людьми, над их свободой воли осуществлялся с помощью так называемых частиц Эдема. Это своеобразные магические артефакты, которые так или иначе воздействовали на разум человека. Это мог быть посох Эдема, могло быть яблоко Эдема из райского сада, это могла быть плащаница Эдема, с помощью которой можно было залечить мгновенно любые раны. Однако среди людей были и те, кто имел особый врожденный иммунитет к воздействию этих самых частиц Эдема. Таких людей называли гибридами или полубогами. И первыми представителями этих полубогов были первый человек, первый мужчина и первая женщина, Адам и Ева, которые, нарушив запрет богов, проникли тайно в райский сад и похитили яблоко Эдема. Собственно, это и послужило основной причиной для развязывания войны между богами и людьми. Поначалу силы противоборствующих сторон были равны. Первая цивилизация, конечно, далеко ушла в научно-техническом плане, но люди превосходили их числом. Поэтому вскоре, осознав всю бессмысленность этого противостояния, боги и люди заключили между собой временное перемирие, но тем временем на Землю обрушилась другая напасть. Огромная солнечная вспышка, которая практически уничтожила всех богов и людей. Те же из них, кто сумели выжить в этой катастрофе, начали восстанавливать рухнувший мир. Однако боги, их жизненная энергия питалась за счет воспаления их людьми, поэтому многие из них не смогли полностью восстановиться и в конце концов вымерли. Однако божественная раса Ису знала о том, что данная трагедия может повториться в 2012 году, и поэтому они оставили предупреждение о данной катастрофе для своих потомков, людей, в многочисленных храмах и убежищах по всему миру. Тем временем у Адама и Евы появились свои дети, это Каин и Авель, и как мы знаем, Каин, завидующий своему брату Авелю, убивает его. Вследствие этого в стане людей происходит раскол. Первая группа – это так называемые прото-тамплиеры, они же культ космоса и орден древних, начинают активно бороться за власть, пытаются возродить богов, чтобы стать у них своеобразным мостом между богами и людьми. И по мнению тамплиеров, такими действиями они спасают человечество от самих себя, но действуют против воли самих людей. Вторую группировку представляют так называемые прото-ассасины, или как их еще называют, круг либералов во времена Римской империи, братство незримых в древности и орден хашинов в средние века. Ассасины сражаются за свободу воли, поскольку считают, что именно это поощряет прогресс и рост индивидуальности человека. Впоследствии они разрабатывают свое так называемое кредо ассасинов, состоящее из трех постулатов.
Первый постулат – скрывайся у всех на виду. Второй постулат – не давай своему клинку поразить невиновного. Именно в этом плане они отличаются от тамплиеров, которые уничтожают всех, кто не согласен с их догмами. И третий постулат – не подставляй под удар свой орден, свое братство. Собственно, с этого и начинается многовековая борьба между ассасинами и тамплиерами, которая рассказывается не только в играх одноименной серии, но также и в книгах, о которых мы сейчас поговорим. Первая книга, которую хочется упомянуть, это роман Оливера Боудена «Assassin's Creed Renaissance». Действие данной книги происходит в Италии в эпоху Возрождения, а именно в 1476-1503 году. Главным героем данной книги является молодой флорентийский аристократ Эцио Аудиторе де Ференце, который пытается противостоять итальянскому ордену тамплиеров под предводительством Родриго Борджиа, он же всем известный папа римский Александр VI. Следующая книга, которая идет следом за данной книгой, это книга «Assassin's Creed. Братство» за авторством того же Оливера Боудена. Действие данной книги происходит в конце 15-го, начале 16 века. Главным героем вновь является известный ассасин Эцио Аудиторе, который продолжает свою борьбу с итальянскими тамплиерами под предводительством семейства Борджиа. Но действие книг уже переносится из Флоренции и Венеции в столицу Италии, город Рим. Данная книга, как и предыдущая, полностью повторяет сюжет одноименной игры, но при этом не затрагивает сюжет дополнений и совершенно не затрагивает современную борьбу ассасинов и тамплиеров. Следующая книга – это «Assassin's Creed. Тайный крестовый поход» за авторством того же Оливера Боудена. Действие данной книги происходит в 12 веке, и главным героем данной книги является араб Альтаир ибн Лахад. Несмотря на то, что данная книга полностью повторяет сюжет одноименной игры, есть здесь и некоторые особенности. Во-первых, повествование ведется от лица Никола Пола, это сын известного путешественника Марко Пола, которому Альтаир рассказал историю всей своей жизни. Поэтому в данной книге, в отличие от игры, мы узнаем о детстве Альтаира, о его родителях, о том, из-за чего произошла его вражда с лучшим другом Аббасом. Этот эпизод отсутствует в игре. Кроме того, в книге, в отличие от игры, рассказывается о путешествии Альтаира на Кипр, где он пресекает деятельность тамошней ячейки тамплиеров. Следующая книга, которая продолжает историю борьбы ассасинов и тамплиеров, это «Assassin's Creed. Откровения» за авторством того же Оливера Боудена. Действие данной книги происходит уже в 1511 году в Константинополе. Главным героем по-прежнему является Эцио Аудиторе, это завершающая часть трилогии его путешествий. Собственно, данная книга рассказывает о том, что Эцио после многолетних сражений с итальянскими тамплиерами пытается разыскать утерянную библиотеку своего наставника Альтаира, и этот путь приводит его в крепость ассасинов в городе Массиафе. Там Эцио узнает о том, что крепость Массиаф захвачена тамплиерами, и чтобы разыскать ключ к победе над заклятыми врагами, Эцио вынужден отправиться в Константинополь, и то, как он сможет пройти по стопам своего великого предшественника, вы узнаете, прочитав данную книгу. Особенность данной книги также заключается в том, что она не только повторяет сюжет одноименной игры, но и то, что в эпилоге мы узнаем о последних годах жизни Эцио Аудиторе. Этот факт отсутствует в игре, но он есть в одноименном фильме «Assassin's Creed Embers» или «Угли» в русскоязычном варианте. В этом фильме и, собственно, в эпилоге данной книги мы узнаем о том, как погиб Эцио Аудиторе, внимание, спойлер, и также узнаем о том, как он познакомился со своей ученицей из китайского братства Шао Цзю. Следующая книга из данного списка – это «Assassin's Creed. Отверженный». Главным героем данной книги является Хейтем Кенуэй, великий магистр ордена тамплиеров в Северной Америке.
Действие книги разворачивается в 18 веке, во времена войны за независимость североамериканских Соединенных Штатов. Главная особенность данной книги, в отличие от игры, заключается в следующем. Если в игре мы первое время проходим сюжет за Хейтема Кенуэ, а затем всю основную игру за его сына Конора Кенуэ, то в книге все повествование ведется от лица Хейтема и лишь эпилог за его сына Конора Кенуэ. Также примечательно, что повествование в данной книге представлено в виде дневниковых записей самого Хейтема. Это главное нововведение, которых не было в предыдущих книгах. Следующая книга, которая входит в основную линейку, это Assassin's Creed «Черный флаг». Действие данной книги происходит в золотую эпоху пиратства в 1650-1730 году, и основными местами действия являются Карибское море, а также Ямайка, Куба и Багамы. Главным героем является капер Эдвард Кенуэ, это отец того самого великого магистра тамплиеров Хейтема Кенуэ и дед Конора Кенуэ, он же индеец Рдунха Гиду. Действие данной книги полностью повторяет сюжет основной игры, не затрагивая дополнения и современную борьбу ассасинов и тамплиеров. Следующая книга – это Assassin's Creed «Единство», автор по-прежнему Оливер Боуден. Действие данной книги происходит в Париже 18 века и затрагивает события всем известной Великой Французской революции. Главными героями данной книги являются уже два персонажа. Первый – это молодой французский ассасин Арно Дориан, а второй – это его возлюбленная, будущая великий магистр Ордена Тамплиеров Элиза де ла Сера. Несмотря на то, что данная книга полностью повторяет сюжет одноименной игры, из этой книги мы узнаем также о детстве главных героев, и этот факт отсутствует в играх. И что примечательно, повествование в книге ведется в своеобразной форме дневниковых записей как Арно, так и Элиза де ла Сера. И, наконец, последняя книга, входящая в основную линейку, это Assassin's Creed «Преисподняя», за авторством все того же Оливера Боудена. Действие данной книги происходит в 19 веке в Лондоне, в викторианскую эпоху. Здесь также несколько главных героев. Первую половину книги мы исследуем историю ассасина из Индии Джайдипа Мира. Для тех, кто не знает, это сын индусского ассасина Арбааза Мира, главного героя игры Assassin's Creed «Хроники Индии». Собственно, из первой половины книги мы узнаем о детстве Джайдипа, о том, как он становился ассасином, почему он получил прозвище «Призрак», как он оказался в Лондоне и, собственно, что послужило причиной для того, чтобы он сменил свое имя на известного Генри Грина. Вторая же половина книги посвящена молодым британским ассасинам Джейкобу и Иве Фрай. Также, что хочется отметить в данной книге, несмотря на то, что она повторяет сюжет игры Assassin's Creed Syndicate, в данной книге очень подробно расписывается англо-афганская война, которая в основном подробно изучается только в университетском курсе истории. Поэтому у вас есть шанс значительно расширить свои познания в истории. Что хочется сказать в заключение. Данная книга, безусловно, понравится всем любителям истории, теории заговоров, мифологии, философии. Книга рассчитана на лиц, достигших возраста 12 лет. Я уверен, что многие в этом возрасте разберутся в трудностях данной серии. И я считаю, что вы не пожалеете о потраченном времени. И увидимся в следующей части нашего обзора.